саженцы яблони сорта вишневая, малас, порадуют отменным вкусом ароматных плодов. Вес одного яблока составляет, в среднем, 100-115 граммов. Окраска плодов красивая, красно-вишневого цвета, благодаря чему этот зимний сорт получил название. Чем больше количество солнечных дней, тем более насыщенную окраску приобретают плоды. Фаза активного плодоношения наступает на 5-6 год. Урожаи регулярные, с каждого дерева этого сорта можно собрать до 140 кг плодов. В прохладном месте урожай может храниться вплоть до февраля. Плоды пригодны для консервации и использования в свежем виде. Яблони вишневая – это многолетнее растение. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола яблони вишневая можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает яблони вишневая в месяц май. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме овальный. Яблони вишневая имеет зимний срок созревания. Цвет плода розовый. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что яблони вишневая – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.